Филиалы еще 9 известных мировых университетов планируется открыть в Казахстане до 2029 года. Об этом стало известно на форуме президентов Альянса азиатских университетов в Астане. Напомним, в республике уже открыты 4 филиала престижных мировых учебных заведений. Помимо этого, и региональные отечественные вузы сейчас проходят переоснащение современным оборудованием. Также при них открываются исследовательские лаборатории. В целом же, по словам премьер-министра страны, Казахстан планирует довести уровень финансирования научных исследований до 1% ВВП к 2027 году. Также правительством республики ведется работа по формированию цифровой архитектуры высших учебных заведений. Это поможет повысить конкурентоспособность казахстанской молодежи на рынке труда.